Курьеры Карелии. Такое название избрали для себя путешественники. Преодолев за 4 недели 1700 километров на велосипедах, они собрали довольно круглую сумму в кронах, а уж в рублях она выглядит еще более внушительно. Они проделали всю долговую дорогу с Норвегии, Финляндия, Швеция, Россия. И что запомнилось, это, конечно, природа и сумма, которую они собрали. Кстати, свои средства передвижения, то есть велосипеды, шведы вместе с деньгами также передали в дар интернату, и его воспитанники тут же опробовали их. На чем молодые люди будут добираться обратно, они не уточняли. Зато в интервью пообещали, что еще не раз вернутся на Ладвинскую землю. И, возможно, не с пустыми руками.